Привет, ребята, мы делаем с вами сегодня пробование еды под названием чоли тикия. Смотрите, сейчас. Значит, это какие такие штучки-дрючки. По всей видимости, это картошка, да? Вот. Которые сверху посыпаются разными там прикольными штучками. Жареная картошка. Вот, которая сверху полита у нас нутом, зеленью, посыпана вот этой вот намкином и полита разными зелеными всякими или красными соусами. Пойдемте-ка, ребята, мы с вами все это дело попробуем. Нас там еще впереди ожидает очень много разного вкусного, потому что мы пришли с вами на сбор такой элиты города Индора. Вот, и мы с вами идем пробовать вот эту вот еду. Вот здесь сегодня была презентация книги. Как обычно, в общем, любой человек, который заработал в Индии денег, он обязательно должен написать книгу о йоге. Помните об этом. Ну что, ребят, давайте попробуем с вами жареную картошку. Вот эту вот, которая вот в этом соусе вместе с нутом и посыпана зеленью. Ну давайте, за вас. Очень прикольно. Реально такая жареная картошка. Драник. Вот. Самый простой драник. Вот. Посыпан таким соусом. Вот. Который сладко-острый такой. Вот. Вот эти вот штучки хрустячие такие придают очень прикольный вкус. Вот. Ну и, конечно, нут. Да, очень вкусно. Конечно, слишком много томата вообще. Томат это вот это вот бедствие не только Индии, но и Америки. Кетчуп. Кетчупы и томаты. Очень все сладкое. Вот это вот беда, конечно, современного мира, что все очень-очень сладкое. Но, хочу сказать, ребята, что очень вкусно. Очень прикольно. Вот, то есть, если кто-то захочет открыть какой-нибудь ресторанчик, я вот очень рекомендую взять такой вот рецепт. Драник, сверху посыпать вот таким вот нутом, вот, с отельным нутом, и посыпать сверху зеленью, и, конечно же, все это посыпать каким-нибудь вкусным, остро-сладким соусом. Все, ребят, давайте сейчас ливенько, пока. Давайте мы пойдем пробовать дальше следующую еду.